так выглядит это Райымбека. Так выглядит Алматы 28 декабря до Нового года. Два дня. Снег испарился. Вот тут, слава богу, есть снег, да? Слепите снег, как попробуйте. Каждый кулик хвалит свое болото. Наше болото Усть-Каменогорское лучшее. Потому что мы подлетали к Алматы. Смог тоже стоит. Вот даже по Назарбаеву иду. Я и сам практически живу по Назарбаеву, Усть-Каменогорске. А это Алматинская. Проспект Назарбаева. Сейчас парламент. Пустой магазин, смотрите. Чё к чему. По идее, это не должно быть так. Или это улица не торговая. Ну вот в конце есть что-то. Назарбаева 43. Внесли в парламент закон о пути, как короче, закон отменить о полнейшем иммунитете Нурсултана Абишевича и всей его семьи. А в Конституцию же вроде внесли. Конституцию же нельзя отменять. Или что получается, внесли закон, отнесли. Все 90 депутатов тогда все за проголосовали за закон, а теперь за отмену закона. Смешно же. Назарбаева Макатаева. Ну на мотиках люди, гололед же, как он, как? Скажите, вот для меня он камикадзе. Ведь при любом повороте есть. Но этот еще ладно, он, вернее, это девушка. Извините. Эта девушка еще ладно, она где-то по пешеходным, где-то. А этот-то по дороге. Настоящий герой. Доллары падают. В России растет. У нас падает. Но мне кажется, недолго музыка играла. Будет такая песня. На волка похожа собачка. Маламут или лайка это? Лайка. Это настоящий волк, ребята. А это микроарбат, да, который идет через Панфилова, Назарбаева. Тоже их хватает. Прям как у нас в Каменогорске. Ну, это может они перед Новым годом разъездились. А ведь это все Назарбаев сделал. ITKB-56 перекресток с проспектом Назарбаева. Ну, здание выше. Потом гляну я. Ну, это, наверное, новая стройка. Как раз классно, я подхожу, и тут всегда светофор приходит стоять. Это вроде Фортебанк. Перекресток Назарбаева Казбекби. Это был обменник, но, естественно, долевик я был, не свой лично. Но вот такое название и такая вывеска Royal. Королевский обменник, что ли? Только что-то он закрылся. Или королям еще не пора время выходить на работу. Панфилов через 150 метров. По этой улице, по Панфилова, мы с вами ходили. Вот это здание с шпилем там. Вон там оно выделяется. А-а-а. Как московские высотки. А зеленый свет можно. Пересечение Назарбаева с Тулеби. Да просто отсюда вот это здание хорошо смотрится. Вот как. Другой ракурс. А там университет.
международный. По Панфилову, кстати. Я уже специалист по улицам алматинским. Не знаю, буду ли я в рубрику включать, но елки, здание такое замечательное. Каза. Ювелир. Или ювелир. Просто нравится вот это, смотрите, находка, вот это закругленная. Угол. Шик. И само же оно тоже закругленное. Какого года постройки, интересно. Я клянусь, я первый раз такое вижу. Ну здесь что ничего, Сваль. Багенбай Батыр, оказывается, казак. Ювелир это здание. Оригинально. А там Монблан. В Бангкоке. В этой зоне торговой зашел я в Монблан. Ну, цены космические. Там и все на свете. И Версачи, и Картье. Они смеются, продавцы такие. Но ко мне не выбегают. Ну, я одет, конечно, был как чумоход. Что там? У меня всякие куртки. Всякие. На тележке я еще, естественно. На тележке на аэропортовской. Заметьте. Но не понимают они, эти глупышки, кто торгует этими цацками дорогими. Что... Злой Кощей. Кстати, не злой Пушкин написал, а царь Кощей. И, естественно, царю было это посвящено. Вот эта сказка его. Там царь Кощей над златом чахнет. Ну, потому что все над златом чахнут, ребята. Это проблема. Заработай, а потом ты его сохрани. То война, то закон отменили. Конституцию, который был вписан. Где к тебе не имеют права. И так далее. Вот проблемы это железные. Все-таки Тугис, ну, подстегивает. Все-таки это же российская разработка вроде как. Вот эта улочка, это не улочка, это Карасай-Батыр. А Карасай-Батыр это что? Это наш, который Курчумский? Там тоже же вроде Карасай. Или я путаю? Я, может быть, путаю, конечно. Меня извинят люди. Но это я подправлю. Ребята, это чудо. Вы хотите, не хотите, но это чудо. Я и не хотел, я просто по Назарбаеву шел. Смотрите, туркменистанское консульство. А я им звонил даже и спрашивал, как визу можно получить, хотя бы пятидневную. Сейчас пойду мозгом выносить. Где у них кодик? Где у них кодик? Сейчас я их спрошу. Потому что жителям Казахстана можно, но только со стороны Мангистау, если прописка еще у вас актауская или мангистауская, или Атырау даже, по-моему, не подходит. А это у меня. Хоть мне говорит мой институтский товарищ, что это нищетовая страна, но так нельзя говорить. Иди им скажи. Расстреляют тебя. Так что мы сейчас узнаем, ребята, поеду ли я в Туркменистан. Но я по-любому, конечно, поеду. Я думаю, все равно будет какое-то смягчение. Это 100%. Но из Мангистау мы с женой хотим обязательно съездить на Каспийское море, в Актау. И там, очевидно, как-нибудь это будет весной. Это будет дело весной. Если мы посмотрим Туркмению, ну это вообще будет. А это специально. Так что, хотите вы, не хотите, бойтесь ваших желаний. Вот кто бы думал, я просто... ходил по параллельным улицам, вы в курсе. Панфилова улицу прошел в прошлый раз, в прошлом году. Так, знак загораживает. О, слава богу, хоть здесь. А, Кабанбай Батыра, а там Карасай Батыра. Это маленькая улочка, и не показывал ее этот Тугис. Вот, какой красивый дом. Это сталинский ампир. Заметьте, я не за Сталина, там вообще был кошмар. Вешалки. И как они его быстро прибили за это. Его же подчиненные.